Сегодня мы начнем делать регулировку клапанов. Для этого, соответственно, нам надо нацепить электрику, снять ее защиту, снять крышку. И нам надо два комплекта щупов. Значит, катушку я уже нацепил. Ну, собственно, приступаем дальше. Собственно, здесь все чистенько, все здорово и хорошо. Масса черноватая, конечно, уже. Ну, как 6000 мне пошло. Прежде чем к нам начать регулировку клапанов, нам надо вот эту вот риску выставить в бок. Тем самым у нас поршень выйдет в верхнюю мертвую точку. После этого мы уже можем вот эти, когда у нас здесь все, все коромысла, все подвижное, вот у меня получается перетянуто все. И впуск, и выпуск. Вот. Соответственно, мы это все сейчас будем регулировать. Значит, не знаю, видно, не видно будет поршень. Поршень в верхней мертвой точке. Ну и все, приступаем к регулировке. Значит, нам надо будет по два щупа, 2 на 30 и 2 на 15. Значит, на впускные у нас должен быть зазор 0,15, да. На выпускные у нас зазор должен быть 0,30. Соответственно, сейчас проверяем. У меня 0,15 здесь, вот не лезет совсем никак. Возьму ключик, сверки вот эти все бандажейки. Собственно, как-то так у нас должно получиться. Сейчас берем и каждый из этих каждую контрагайку нам надо затянуть ключик на 10. Сначала подтягиваем не сильно. Пока подтягиваем, часто бывает так, что зазор немного уходит, потому что чуть-чуть его перекашивает. Вот она. Вот, поэтому здесь нужно быть аккуратным. Так, ну вот, на отпуске, соответственно, 0,15 у нас держится. 0,15, все стоит. Так, выпуск 0,3. Ну, собственно, все отлично. С левой головой закончили.
нажимаем право. С регулировкой с этой стороны. Все. Соответственно, пока я голову не устанавливаю, пока я буду менять с той стороны. Все. После того, как уже обе стороны отрегулировали, все перепроверил. После этого уже накину голову, накину стартер, чтобы мне больше уже точно я знал, что не надо будет крутить маховик. Что я выбрал такой вариант, просто маховик отвернул, покрутил, все, и выстрелился немедленно. Значит, после того, как буду уверен, что у меня все отлично, все хорошо, соответственно, все обратно собираю, ну и, возможно, даже сегодня я его заведу и проверю.